это края мы ебаная. Здравствуйте, ну как вы? Поживаете, рассказывайте. Соси хуй ебище. Да, прикинь, сука, он один был. Не может быть, как так-то? А ты лох ебаный просто, и все. Let's go! Возле зоны края, нахуй долбать. Здорово, здорово. Надеюсь, твоя мать нет, нахуй долбать. Не добивай, дура. Прости, мне аптеки нужны. Шлюха. Сын шлюхи ебаный. Вот из-за них, из-за таких оболтусов, как он, наша страна катится вниз. Поэтому умные люди посовещались и приняли закон о королевской битве. Надоело играть на русских серверах? Хотите играть на зарубежных и с хорошим пингом? UU Game Booster – это сервис по улучшению производительности сети для игр. Изначально сетевое соединение между вами и игровым сервером не оптимизировано. UU Booster же использует специальную технологию ускорения, которая уменьшает задержку, предотвращает потерю пакетов и стабилизирует ваше соединение, если вы играете на международных серверах. Работает это очень просто. Запускайте бустер, логинитесь, находите игру, в которую собираетесь играть, выбираете регион, и программа сама все автоматически настроит. Запускаем игру и видим, что мы на европейском сервере с очень хорошим пингом. Если выключить бустер и перезайти на тот же сервер, то можно убедиться, что пинг стал выше и хуже. UU Booster можно использовать для более чем 2000 игр, например, для Apex, Dota, CSGO и многих других. Сервис сотрудничает с разработчиками игр, которые есть в их коллекции, так что можно не волноваться, что вас забанят или что-то типа того. Программа просто оптимизирует ваше сетевое соединение, не влияя на игровую производительность. UU Booster является бесплатным и может значительно улучшить ваш пинг при игре на зарубежных серверах, особенно для азиатского региона, и играть в игры с региональной блокировкой. Скачивайте UU Booster по ссылке в описании и получайте лучший игровой опыт. Ампенс нужен кому-то? Да. Two very boring minutes later. А кто предлагал компенс? Я. Блин, серьезно, кто сказал? Да, у меня. Да вы задолбали, а вы одновременно говорите. Кто из вас второй, кто из вас третий? Я. Идите в жопу. Забери себе этот компенс. У тебя ник читается сепаратор? Ага. А что это за значит? Что это слово такое? Аппарат, который с молока сливки снимает. Ну, это на самом деле не только с молока сливки, а так. Но еще лут с трупов, я понял. No. Bye, have a great time. Что там, как много чего интересного желтым? Все, все забрал. Это я смотрю юморный. Со мной псих едет. Псих в другой машине. И это зеленый. Почему? Ну, по всем причинам, по поведению. Окей. И это я еще псих, да? Ну, вообще все было запланировано. Даже ни один мускул не дрогнул на лице. Кажется, меня обнаружили. Да? Добро пожаловать в бойцовский клуб. Первое правило клуба – не упоминать о бойцовском клубе. А шапки они тебя узнали? Я думал, по глазам красивым. Ну, это тоже есть. Тоже заметил, да? Да. Да, мне один сквад с нами. Не, ну надо разносить как-то. Ради бога всего святого, во имя... Здравствуйте.
Привет. Во имя Отца и Святого Духа. Всего доброго. Да. 1 minute 37 seconds later. Это жесть. Ладно, ребята. Да, нос разболел. Ладно, всего доброго. Да. Давай, спокойной ночи. Но я пока еще не спать. Иди уже, спи. Да не-не. Ладно, я Андрей Воробьев, я депутат Московской области. Всем удачи. Давай по новой, Леш. Всё хуйня. Ой-ой-ой. Инфу дай, желтый. Желтый. Да у меня здесь. Опа, ты меня помнишь? Привет! Вот уж не ожидал. Привет, Инк. Здорово, ты кто? А ты не помнишь, к Слава Инку кричал, ходил. Стой. Иди сюда. Слава Инку. Удачи тебе во всем, Инк. Не может быть, что это ты. Не может быть, что это ты. У тебя голос совершенно другой. Ну потому что мы играли, когда у меня уже голос поменялся. Че, куда прыгай? В Горгополь? Починки. Починки опять, серьезно? Ну всегда починки. Все, понял. Может, в школу сразу? Не, школу нужно. А может, в бункер? Тут 4 входа, каждый в свой заходит и просто с кулаками стоит и не дает пройти. Не, я предлагаю, короче, смотрим. Ну чё, народ, погнали, нахуй! Ну, знаешь, как бывает, если долго смотреть в бездну, она начинает смотреть в тебя. Ты сколько часов наиграно? Не знаю, как посмотреть. Shift Tab нажми. 36 минут. Троллинг 80 уровня? Да, шутничок. Hello. Да я, в принципе, размят. Года 2 назад последний раз играл. В принципе, готов. Окей, let's go. Прям с нами сквад падает. О, привет, сквад. Мы прям с вами падаем. А, привет. Удачи вам. Вам тоже. 10 seconds later. Ну, нужно выйти отсюда. Сейчас рванет. Ты беги, я... Отходи. Помру смертью надо. Террорист win. Круто вы. Удачи вам, ребят. Спасибо, вам тоже. Сейчас там пол сервера будет. А если мы вдвоем только? Ну, не знаю, тогда я, наверное, сразу выйду и буду искать следующую катку. Лол. Смотри, ты сказал. What the fuck? Почему сюда никто не прыгнул? Вернитесь в игровую зону, что происходит? Я умираю. Вылезли за край. Я тоже чуть не сдох. Че за херня? Ой, я мощный. Я помню, у нас второго-то микрофон есть? Там что периодически рассказывал интересно. А, уже говорил что-то? Да, так мы же с тобой играли. Что, рухнешь? А, да, привет. Когда? Ты сам учишься, когда второй игрок настолько не важен, что ты меня понимаешь. Ну да. Давай, не надо.
лежит. Я поднимаю его. О, хорош. Спасибо. Хорош. Лучше, синий лучше. Так-то я был желтым, ну да ладно. Возьми меня. Синг, здорово. О, привет. Чё, как сам? Нормально, как ты. Может, на сковородках? Давай. У меня только сковородки нету. Давай, я тебя скину. А у него тоже нет, слышишь? Ну, короче, подойдите сами. Он наверх к тебе подходит, синий. Давай на кулаках. На кулаках, ну может, в принципе. На кулаках будет? А давай ты поднимешь своего, а я подниму своего, и мы на кулаках сделаем дуо. Ну да. Второе правило клуба. Не упоминать нигде о бойцовском клубе. 3, 2, 1, погнали! Fight! Давай! Не приседай! Ой, хорош! Хорош, ГГ! ГГ! GG, ребят, спасибо! Данное видео посвящается моему другу Хашимото. Не-не-не, он не умер, как раз наоборот. Он божественно поддержал меня на бусте, за что ему огромное спасибо. Да, это он немного был в середине ролика. На самом деле я благодарен за любую поддержку, это очень сильно мотивирует. Ссылка на мою страницу Boosty будет в описании. Обязательно подписывайтесь, там много того, чего я не публикую на канале. А еще, кстати, этот видос смонтировал новый монтажер Айзек, надеюсь, вам понравилось. Заходите к нему на канал, кому интересно, он иногда проводит стримы и не только. А с вами был Инг, всех люблю и целую, скоро увидимся. Пока!